сверхдержаве не нужно никому ничего доказывать. Сильной стране не нужно никому ничего доказывать. Ей не нужно выполнять указания антидопингового агентства. Ей не нужно выполнять требования Международного олимпийского комитета. Ей не нужно унижаться и накрывать столы для каких-нибудь чиновников МАГАТЭ. Да я могу продолжать до бесконечности. Ей не нужно участвовать в Советах Европы десятилетиями и отчитываться перед ОБСЕ. Сильной стране все это вообще не нужно. Она зациклена на себе. Она может быть не богатой, как та же самая Северная Корея, которую называют нищей, но это неправда. Северная Корея не нищая. Посмотрите на хронику. Но Северная Корея, независимая, для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все, в том числе и весь мир в труху они готовы. Есть Россия воюющая, есть Россия сражающаяся, а есть какая-то не Россия, которая хочет, чтобы все вернулось обратно, не дождется. Теперь дальше по Донбассу. Вот появилась информация, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы прибыть для участия в боевых действиях против... Северокорейские добровольцы, Игорь Юрьевич, даже звучит как Оксимирон. Знаете, может быть шутка, может быть нет, не знаю. Но Северная Корея, по крайней мере, политически свою позицию обозначила. Более того, северокорейские строители готовы работать вместе с нашими по восстановлению разрушенных Украиной городов Донбасса, Херсонской, Запорожской и других областей, которые мы освобождаем и которые еще предстоит освободить. Но почему мы должны стесняться, например, взять и воспользоваться такой помощью? Недавно. Кстати говоря, северокорейские строители работают качественно, хорошо, выносливы, неприхотливы, самое главное, мотивированы. И не надо нам стесняться принимать вот эту руку, которую нам протягивает Ким Чен Ын. Да вообще, России пора выйти из режима санкций против Северной Кореи. Открыть границу, наладить нормальный товарообмен. Ну а если северокорейские добровольцы с их артиллерийскими системами, богатым опытом контрбатарейной борьбы, с реактивными системами залпового огня северокорейского производства повышенного калибра захотят принять участие в боевых действиях, ну... давайте зажгем зеленый свет на пути и к добровольческому порыву. В конце концов, мы помогали Северной Корее, если Северная Корея вдруг изъявит такое желание выполнить свой интернациональный долг по борьбе с украинским фашизмом. Давайте окажем ей... мы не просто помогали, мы ее создали. Ну, в данном случае мы здесь в определенной степени говорим с уважением. Да, в истоке независимости Северной Кореи советская и китайская военная помощь, и наши добровольцы. И если сегодня северокорейские трудовые и военные добровольцы прибудут на Донбасс, это суверенное право суверенных государств ДНР и ЛНР. Руководителя провозглашенной Лаосской, Луганской Народно-Демократической Республики. Фотография Петра Первого и Путина. Под Петром написано «Открыл окно в Европу», под Путиным «Закрыл окно в Европу». И написано «Проветрили и хватит». Хватит, да? Я уверен, что наши граждане это почувствуют. Почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Знаете, это же не манна небесная. С неба сразу все не повалится. Корейская Народно-Демократическая Республика. Сколько свободы и величия в этих словах. После вторжения кремлевских сил на территорию Украины, один из ярых путинских пропагандистов Проханов заставил российское общество еще раз вспомнить о стране, победившей народной власти. Путин свой первый визит в качестве президента нанес не куда бы то ни было, а в Пхеньян, в Северную Корею. Поэтому очень важно понять эту страну. В программе «Страна Чучхэ» этот маршал кремлевских пропагандистских войск с умилением рассказывал о прелестях жизни в загадочной Северной Корее, постоянно угрожающей капиталистическому миру ядерной бомбой, если тот не пришлет очередной гуманитарный конвой. Правда, зачем столь бурно развивающейся и процветающей стране помощь извне, не совсем понятно, пока не всковырнуть пласт истории толщиной в 65 лет. Обозреватель издания «Новое время» Александр Пасховер исследовал происходящее на Корейском полуострове после окончания Второй мировой войны и нашел весьма любопытные аналогии с тем, что ныне происходит в Украине. Оказывается, Москва уже создавала ДНР и ЛНР, и в итоге получилось КНДР. За пять дней до Большой войны на Корейском полуострове 20 июня 1950 года в Московском концертном зале имени Чайковского выступали артисты Пхеньянского художественного театра. Событие не рядовое. Газета «Известия» на следующий день сообщила: с большим успехом были исполнены кантата о Сталине Александрова и песня о вожде корейского народа Ким Ир Сене.
Репертуар знаковый. Последние три года жизни советского вождя и первые годы северокорейского пройдут под одной звездой. И имя этой звезде – «Война в Корее» 1950-53 годов. Вызывающая позиция Северной Кореи по отношению к остальному миру основывается на философии, созданной Ким Ир Сеном, так называемой «джуче». Основной смысл этой философии можно выразить в словах, обращенных к внешнему миру. «Отстаньте от меня, мы можем все сделать сами, вы нам не нужны». Конечно же, ни одной строчкой, ни одним звуком пропагандисты Кремля не упоминают, что нет никакого Ким Ир Сена, вождя КНДР, а есть капитан советской армии Цзин Жи Чен. Это его наградной лист. В нем говорится, что в Красной армии будущий отец северокорейского народа числится с 1942 года. Участвовал в борьбе с японским агрессором, за что удостоился ордена Красного Знамени. Япония потеряла Корею в результате Второй мировой войны, и страна разделилась на поддерживаемый американцами юг и поддерживаемый русскими коммунистический север во главе с молодым повстанцем по имени Ким Ир Сен. Имя и пристойную легенду прославленному партизану Ким Ир Сену сочинили и раскрутили уже в Москве, после того, как в 1940-м будущий вечный президент, посмертный титул солнцеподобного, обосновался под Хабаровском в пехотном училище. Ким женился в Советском Союзе. Советские офицеры называли его жену Верой. В феврале 1942 года у него родился сын, который на русский манер именовался Юра, будущий Ким Чен Ир. Второго сына назвали Александром. Но мальчик в три года от роду утонул. Еще через два года скончалась Вера. В августе 1945-го молодого Кима перевезли из Москвы в Пхеньян, переодели в форму офицера советской армии и назначили национальным вождем. С ним было около 40 корейских партизан, все в форме советских солдат, вежливые зеленые человечки с раскосыми глазами, примерно такими же, как у боевых бурятов под Дебальцево и их единомышленников из кремлевского молодежного движения «Сеть». Так Москва стала готовить почву для создания искусственного гражданского конфликта в Корее. Что-то вроде свержения сеульской хунты во главе с фашистом, избранным на выборах Ли Сын Маном. Ему досталось разгромленное японцами государство с деморализованными остатками армии, без единого самолета или танка, в отличие от севера, куда Москва перебросила мощный арсенал легкого и тяжелого вооружения. Вам это ничего не напоминает? Тогда идем дальше. После Второй мировой войны корейский полуостров был поделен между севером со столицей в Пхеньяне и югом, столица Сеул, с прозападным лидером, выпускником Гарварда Ли Сын Маном по одну сторону и просоветским Ким Ир Сеном, закончившим кружок марксизма-ленинизма. Обе страны не признавали друг друга. Никита Хрущев, будущий председатель Совета министров СССР и первый секретарь ЦК КПСС, вспоминал, как Ким Ир Сен телеграммами и при личных визитах в Москву уговаривал Сталина прощупать Южную Корею штыком. Он убедил Верховного, что народ на юге только и ждет помощи, чтобы восстать против антинародного режима. Проще говоря, Сталин, введи войска. Китайский руководитель товарищ Мао Цзэдун, полностью подотчетный Москве, убедил Сталина, что американцы не вмешаются в конфликт и что если только тот пожелает, Сеул станет легкой добычей Ким Ир Сена, то есть Кремля. Сталин дал добро. Но военное участие СССР в этой авантюре должно было быть скрыто под видом исключительно гражданской войны трудового народа против хунты, клики империалистов, фашистов, карателей, корейских укропов.
25 июня 1950 года 7 дивизий Ким Ир Сена при поддержке 150 советских танков Т-34 атаковали юг и за 4 дня взяли Сеул. Из сентябрьского выступления Ким Ир Сена на радио Пхеньяна. Речь была перепечатана в газете «Известия» от 14 сентября 1950 года. Ныне правительство КНДР осуществляет свои полномочия уже не только в северной части нашей республики, но также на всей территории Южной Кореи. В освобожденных районах восстановлены подлинные органы народной власти, народные комитеты. Самые страшные дни войны были впереди. Чаши весов многократно колебались то в одну, то в другую сторону. Примечательно, что на стороне северян воевала регулярная армия Китая, неофициально, а под видом китайских добровольцев. 780 тысяч отборных добровольцев, которые по зову сердца отправились защищать несчастных корейских братьев от злобных проамериканских фашистов. Но это не единственная аналогия с сегодняшними событиями в Украине. Советские военные советники и специалисты были отозваны из Северной Кореи еще в 1949-м, а с началом войны отправлены назад под видом корреспондентов ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза. Иосиф Сталин и министр иностранных дел Андрей Вышинский приказали советскому представителю в ООН Якову Малику бойкотировать заседание Совета Безопасности. Малик на правах представителя великой державы имел право накладывать вето на любую резолюцию ООН, с которой СССР не был согласен. Когда же он по приказу сверху покинул зал заседаний, Совбез большинством голосов принял резолюцию, которая признала целесообразным ввести войска ООН для обороны Республики Кореи от международной агрессии. Так американские и союзные войска получили право высадиться на пылающий полуостров под флагом ООН. Из сентябрьского выступления Ким Ир Сена на радио Пхеньяна. Американские агрессоры пытаются прикрыть свои агрессивные действия флагом ООН, основываясь на незаконном решении Совета Безопасности, принятом без участия представителей Советского Союза. Для оправдания своего агрессивного нападения на нашу родину вооруженные американские интервенты называют наш народ, поднявшийся на защиту свободы, независимости и чести своей родины, агрессором. Пока так называемые ополченцы Ким Ир Сена на советских танках колесили по Сеулу, советская общественность за неимением интернета голосила в прессе, строчила посты в социальных сетях того времени, в газеты «Известия», «Комсомольскую», «Пионерскую» и «Просто правду». Газета «Известия», 4 июля 1950 года. Письма трудящихся. «Мы не хотим войны, мы защищаем и будем защищать дело мира», заявила работница Салаакова. «Я принимаю обязательство еще лучше работать и выпускать продукцию только отличного качества, чтобы своим стахановским трудом укрепить могущество нашей социалистической родины». Москвич, лауреат сталинской премии товарищ Чуткин. Наглым вооруженным вмешательством во внутренние дела корейского народа американские империалисты показали свое истинное лицо. Варварские налеты американских самолетов на мирные города и села, убийства стариков и детей – вот о чем мечтают и уже творят американские империалисты и их пособники. Каким образом товарищ Чуткин в июле 1950 года разглядел со своего чертаного американские самолеты, доподлинно неизвестно, так как авиацию США применили лишь 2 месяца спустя. Вероятно, из того же источника, откуда сегодня жители Москвы, Читы, Улан-Удэ получают политинформацию о зверствах карателей, о несуществующих фосфорных бомбах и об изнасиловании с помощью монтажной пены распятых православных снегирей. Итак, американцы, разжигатели войны, вступили в нее в сентябре 1950-го. Советские посланники мира формально в июне
а официально в октябре, в основном силами Китайской Народной Республики. Интересный факт. И здесь кремлевские дельцы не упустили возможности нажиться на горе других. За поставку ржавой и часто небоеспособной военной техники советские власти заставили китайцев расплачиваться кредитами, выданными тем же СССР Китаю на устранение последствий Второй мировой войны. Многоходовочка, однако. Причем в ходе Корейской войны, по разным данным, погибло от 400 тысяч до миллиона китайских солдат. 22 советских летчика-истребителя получили на войне в Корее звание Героев СССР. Там же Советский Союз потерял 335 самолетов и 200 летчиков. За три года война полностью разрушила экономическую, политическую, общественную жизнь полуострова. Закончилась она стремительно, всего через три месяца после смерти Сталина. Юг и Север зажили своей собственной жизнью. К концу 1950-х Ким Ир Сен расправился с инакомыслящими в трудовой партии. Южане таким же образом утопили в крови десятки тысяч коммунистов. В июле 1961-го лидер КНДР посетил Москву и Пекин, где подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. США заключили аналогичный договор о взаимной обороне с Южной Кореей еще в 1954 году. На границе прокремлевского и прозападного государств была установлена демилитаризованная зона. Ким Ир Сен поставил абсолютный рекорд. Он единолично управлял Северной Кореей почти полвека. С того момента, как в 1945 году капитана советской армии советские танки доставили в Пхеньян и до самой смерти в 1994 году. В принятой после его смерти Конституции 1997 года Ким Ир Сен назван вечным президентом республики. После этого власть перешла его сыну Ким Чен Иру, а затем внуку Ким Чен Ыну, который правит в стиле своих сородичей и поныне. КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи, которая в том числе приходит из США, Японии и Южной Кореи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. ВВП на душу населения – 583 доллара. Качество жизни в широкой сети концлагерей не поддается измерению. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире. ВВП на душу населения – 26,5 тысяч долларов, 32-й результат. Такова действительность и закономерность. Братская помощь Москвы неминуемо несет бедность, сужение гражданских свобод, консервацию отсталости. В самых запущенных случаях приводит к гуманитарной катастрофе. Новейшие истории Северной и Южной Кореи, Западной и Восточной Германии, Финляндии и Карелии, Израиля и Египта, Венгрии, Чехословакии, Польши, Молдовы и Приднестровья, Хорватии и Сербии, стран Балтии и Калининградской области, Грузии и Абхазии – это все иллюстрации к атласу кремлевского мира. Сейчас у него пытаются вклеить еще три странички – ДНР, ЛНР и Крым. Однако и этот эксперимент, как бы не хотелось некоторым воздыхателям Путина и компании, не станет исключением из правил. Мы полагаем, что предпринимаемые Путиным усилия по улучшению жизни в России, по укреплению ее военной и политической мощи справедливы. И поэтому мы всячески поддерживаем сегодняшние устремления
России.